середина августа, сезон отпусков продолжается, и все популярные места просто забиты людьми. Мы же попытались искать уединение на тропе, менее популярное, но от этого не менее живописное. Она ведет к вершине горы Матаюр. 1600 метров ее высота. Сейчас царит очень комфортная температура, где-то плюс 17 градусов, сам подъем достаточно легкий, доступен даже детям. И, что самое главное, здесь открывается просто сногсшибательный вид. О, Малина, первое горное твое питание, которое мы нашли. Мам, бери! В общем, происходит подкормка ребенка, как всегда. В этот раз малина. Вот здесь вот она спелая, поймем. На, возьми троечку. Ага, а это тебе. У нас обмен малиной происходит. Что бросается в глаза, то что здесь растет действительно огромное количество малины. То есть малинник сейчас простирается от меня и насколько хватает взгляду. И что еще интересно, здесь растительность мне очень напоминает юг Украины, потому что я помню, что моя бабушка все время собирала зверобой. И вот здесь вот у меня в руках листочек зверобоя, здесь его тоже полно растет, наряду, допустим, с бессмертником. То есть действительно, как в степях Украины. Смотрите, смотрите, овцы, вон они. Вон их не видно, они прям белые, как камни. Но шевелятся. Эй, овцы! Овцы, привет! Пройдя половину пути, мы набрели на симпатичное место для обеда. Вкуснятина. Матаюр – отличное место для прогулок всей семьей в любой сезон. Очень интересно вернуться сюда зимой, когда вершина горы будет покрыта снегом. Вон та вот макушка, это макушка горы Матаюр. То есть мы фактически уже к ней вплотную приблизились, осталось чуть-чуть. По легенде, именно на гору Матаюр взошел король лонгобардов Альбоин в 568 году, чтобы оттуда посмотреть на земли, которые ему вскоре предстоит захватить. А во время Первой мировой войны батальон Роммеля сумел захватить ключевые позиции итальянцев у горы Матаюр, что привело к поражению итальянской армии в знаменитой битве при Капаретто. В плен попало 250 тысяч итальянцев. С дроном в одной руке не очень здесь карабкаться. Ну слушайте, видно здесь действительно умопомрачительное. И облака очень красивые здесь. О, смотри, дельтаплан летит. Вот такая вот красота подо мной простирается. Здесь вид тоже очень красиво открывается. И что самое главное, сейчас тень от облака очень красиво играет. Вот она легла на лесок, который под нами. Контрасты такие симпатичные. Вон летает, смотри, какой красивый. От него. Ну что ж, вот мы и поднялись на вершину горы Матаюр. Скажем так, начало было совсем легкое, то есть идти было вовсе не обременительно. Чуть выше, уже прям ближе к самому концу, ну, нужно было самую малость покарабкаться. А так, здорово, все красиво, замечательно. И еще чем примечательна эта гора? Тем, что буквально сразу по правую руку от меня начинается Словения. То есть по ее макушке проходит граница между Италией и, соответственно, Словенией. С вершины Матаюр открывается вид на горную гряду Канин, горы Мангард и Тайглав. В ясные зимние дни очень хорошо видно море.
большой. Оператор, заходи. И вот что у нас здесь находится. Маленькое место для молитвы Богу. Вот такой вот сундук с книгой, где можно написать о своем прибытии. Так, что ты пишешь? Пишу «Видал Мендал». Когда я был маленький, я мечтал стоять на борту космического корабля и наблюдать за галактиками. Представляете, какое ощущение свободы? Но, к сожалению, на данном техническом уровне это невозможно. Зато нечто подобное можно испытать благодаря горам. Потому что ведь именно горы тоже дают очень сильное ощущение свободы. Вот, какая перспектива за мной открывается. Это ж, о, сила! Ну что ж, нам повезло, на вершине горы абсолютно никого не было, такое ощущение, как будто все боялись опоздать на ужин и разбежались. И сейчас мы уже держим путь домой, мы идем по короткому пути, буквально полчаса, и мы уже будем в Рефуджио. Тропинка, по которой нам предстоит пройти, вниз, и мы на месте, нас там ждет машина.